Как показала проверка, виновником аварии оказался водитель ЗИЛа. Он не справился с управлением и выехал на встречку. Что касается школьного автобуса, то он не соответствовал требованиям перевозки детей. В частности, был заблокирован аварийный выход. Без разрешения ГИБДД в салоне автобуса было установлено два дополнительных посадочных места. А пассажирские места не были оборудованы ремнями безопасности. И это только малый перечень тех нарушений, которые были обнаружены. В адрес главы администрации Яснинского района прокуратурой внесено представление с требованием устранить все недочеты и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц.